Но это, конечно, роль мечты. Мне было очень интересно и очень непросто погружаться в мир этой женщины, искать причины вот такого ожесточения ее, да, почему такое сердце у нее злое. Но мне кажется, что мне удалось это понять. Это одиночество. Единственное существо на всем свете, которое ей радо, которое ей сопереживает, как-то ее понимает, это мелкий грызун.